Для любителей рыбки этот рецепт – находка, отличный вариант, как приготовить горбушу вяленую, очень прост, получается очень вкусная закуска к пиву. Смотрим и запоминаем способ, а затем повторяем его. Приготовленная по этому рецепту рыба может долго храниться в холодильнике, а вы сможете наслаждаться вкуснейшей красной рыбой, когда захотите. Ее можно использовать в качестве закуски к пиву или же просто наслаждаться ее в любой момент, такая рыбка вам обязательно понравится. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Подготавливаем все необходимые ингредиенты. Если рыба замороженная, то размораживаем ее, если свежая, просто разбираем на 2 филе и нарезаем кусочками. 2. В миске смешиваем все приправы, кладем рыбу и перемешиваем, оставляем так на 24 часа. 3. По истечении этого времени достаем рыбку и раскладываем ее на лотки дегидратора. Если такого приспособления нет, то можно воспользоваться духовым шкафом, но тогда процесс займет гораздо больше времени. 4. Оставляем так на сутки при температуре 45 градусов. Готовые кусочки рыбы остужаем, перекладываем в герметичный контейнер и ставим в холодильник. Жду ваших лайков и комментариев. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Горбуша 1 штука, соль 2 столовые ложки, сахар 1 столовая ложка, сушеная петрушка по вкусу, количество порций 10. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Всем приятного аппетита, жду вас снова.